чудное море, черное море. О, этот блеск плюс блеск близкой волны. Мы окунулись раз в черное море и оказались. Один за сто стоит, двух за сто. Ну, звуки такие, да, здорово. Тем более здесь эти деревья еще хвойные. Кажется, ты в лесу там, каком-то на самом деле. Ну, ты берешь что-нибудь, да? Раз в черное море и оказались. Точно негры черны. О, это счастье разнузданной лени. Возьмите все, 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 все у меня. Только оставьте мне капельку тени холодного пива и горячего дня. О, это пиво, о, эти вина. Пришли в столовую. Сегодня 29 июля. Осталось нам два дня тут быть. Сегодня собираемся ехать в Севастополь. Шура, как всегда, набрала тут еды, которую потом будет с трудом есть. Кушать будет с трудом у нас все. Обзор столовой. Красненькие здесь кондиционеры стоят. Вот они. Здесь все очень хорошо. Столовая роскошная. А? Что? Рассказывай, какое сегодня у тебя меню. Давай, рассказывай. Сегодня у нас очень вкусное меню. Молочный супчик с рисом. Один сорт, второй сорт у нас с манночкой. Затем у нас курочка жареная, крылышки, курочка. Грибочки. Да, грибочки уже съели. Тушеный баклажанчик. Баклажанчик. Яичница. Пельмени. Вот. Потом, что еще? Сырники мы взяли. В общем, всего набрали полную тарелку. Понемножку. Целую тарелку. Еще и с собой. Помидорчик, огурчик. Помахать ручкой чуть-чуть. Да, молодцы. Хорошо, красиво. Да, это значит, две массажистки, как Лия, да? Лани. И... Ага, которые делали Шури массаж вот на этом, вот на этом. Как называется это, цунами или как? Есть. Циновка или как называется это? Нет. Кровать. The bed. Да? Yes? Oh, the bed. It's bed, it's your bedroom. Окей, ну, thank you. Мы пришли в столовую, сегодня шведский стол, завтрак. Чем кормят сегодня? Каша гречневая, манная, молочная. Так, очень вкусные котлетки такие. Здравствуйте, Наташенька. Улыбнись, пожалуйста, мне на память. Мы сегодня уезжаем. А? Вы из Бердянска? А? Из Бердянска? Нет? Местная? Что же у нас? Пожалуйста. Так, последний завтрак сегодня у нас. Шура сегодня постаралась, тут набрала. Всего тут. Булочек понабрала. Тушеные кабачки. Морковная котлетка. Яйцо под майонез. Салатики разные.
котлетки из кабачков оладушки, запеканка с курагой. Короче, все очень вкусно. Сейчас снимаю с отеля Айдадор. Вот видно море. Айдадор тоже снимаю. Вот отель Айдадор. Отель Айдадор, бассейн. Вот сам отель. Такой неплохой бассейнчик у них.